Мы не знаем, где начинаются пределы наших возможностей, до тех самых пор, пока мы не осмелимся сдвинуться с места. И все продолжают жить своей обычно ненапряжной жизнью. Все, сука, ноют, что хотят измениться, но никто для этого ничего не делает. Не имеет значения, где ты начал и где ты сейчас. Важен сам путь, который ты прошел. Ты застрял на полпути к тому, чем хочешь стать. Перестань, наконец, жить сегодняшним днем. Начинай работать над собой будущим. Учись приносить жертвы сейчас. Для себя лучшего в будущем. Твоими регулярными платежами будет боль. Боль – это признак того, что ты исправляешь что-то. Что-то, что раньше было криво в твоей жизни. Перестань, наконец, клянчить у судьбы. Стань человеком действия. Ты должен перестать надеяться и начать требовать. Хорош уже бубнить. О, было бы классно иметь то или это. Сгреби свои дряблые яйца в кулак и сделай это. Вы, наверное, думаете, мне в кайф здесь убиваться? Поверьте, я бы с огромным удовольствием сейчас был дома и смотрел бы какую-нибудь игру по ящику. Просто в конечном итоге я не хочу быть тем парнем, кто только и может что смотреть спортивные каналы и срать в комментариях. Я хочу быть сам участником игры, а время, проведенное здесь, не позволит мне застрять в рядах вечного зрителя. Разница между зрителями и победителями заключается в том, что победители обладают мощнейшей верой в свои силы. Верой более мощной, чем скептицизм всех остальных. Их вера настолько сильна, что даже когда неудачи сшибают их с ног, они тут же подскакивают и делают все снова. Учатся на своих ошибках и делают все еще раз. Что бы ты ни начинал, ты должен искренне поверить в свой успех. Вдолбить себе эту мысль на подсознательном уровне. Иначе ты так и будешь биться своей башкой о барьеры. Одни просто сидят и вяленько любят жизнь. В то время как другие выдирают каждый шанс, который судьба им преподносит. И никому не позволяй говорить, что ты не можешь чего-то, ты способен на все. На твоем пути неизбежны падения. И когда ты свалишься в самый низ, тебе будет очень больно. Но ты учишься. Учишься правильно приземляться. Перестань быть умником и смотреть на других. Дерзай, действуй, ошибайся, и все у тебя будет. Одна лишь простая вера в себя – это все, что тебе нужно, чтобы изменить себя к лучшему. Действуй. Зона комфорта – это как черная дыра. Она никогда не позволит тебе реализовать свой истинный потенциал. Ты с нее не высовываешься, потому что боишься. Боишься чего-то нового. Поверь в себя. Будь одним из сотни, кто верит. Все остальные просто неудачники, которые только и могут что высмеивать других. Избавься от всей этой кучи оправданий, и ты узнаешь, на что ты способен. Если ты не настроен пахать, даже не суйся сюда. Перестань быть паразитом. В жизни нет бесплатного проезда. Подорвал свою жопу и за дело. Выход вон там. Давай, вали отсюда. Ведь это не для всех, и вполне может быть, что и не для тебя. Но ведь ты продолжаешь смотреть. Абсолютно неважно, какие у тебя страхи. Напиши их на листе бумаги и вычеркивай один за другим. И никаких сожалений. Ни одного. Сегодня все начинается, завтра продолжается. И никогда уже не заканчивается. До тех самых пор, пока ты не достигнешь цели и не пересечешь финишную линию с поднятой рукой. Рукой победителя.